Добрый вечер, дамы и господа! Добрый вечер, уважаемые партнеры! Одна человеческая жизнь в потоке бурно меняющегося мира, подобно песчинке в океане. Одна человеческая жизнь может изменить ход истории целой семьи, фамилии, рода, страны. 17 лет назад человек по имени Ли Дюньянь бросил вызов судьбе и принял решение изменить не только свою жизнь, но и дать шанс огромному количеству людей. И мы, приехавшие из других стран сюда, поблагодарить президента, компанию, администрацию за право заниматься уникальным и потрясающим делом бизнесом Тиньши. Меня зовут Владимир, фамилия моя Ларин. Я родился в маленьком городке с населением 350 тысяч человек. Я родился в роддоме номер один, закончил среднюю школу номер пять. Я родился в черно-белой стране, в которой люди мечтали преуспеть и состояться. Я, как все мальчишки, пропадал во дворе. И когда я было шумно во дворе, моя мама говорила, он во дворе. Если шум пропадал, она знала, я ушел со двора. Я, как и все мальчишки, в школе получал пятерки по пению и двойки по поведению. Я мечтал. Я мечтал, как люди той страны, возможно, стать полководцем, космонавтом, первооткрывателем. Я закончил один институт, я мечтал. Я верил в себя. Я закончил второй институт, я мечтал. Я мечтал, что я поднимусь по карьере. Я мечтал, что моя жизнь откроет для меня двери. Но 9 дней жизни перевернули всю мою жизнь. Я в 35 лет оказался на улице. У меня умерла мама в 56 лет. Я, развалив свою семью, спал на диване своего приятеля, ел его еду и не знал, зачем мне жить. Я потерял смысл, я был раздавлен. Я прекратил заниматься любимым делом. В 37 лет я начал пытаться жить по-новому, потому что у меня родился ребенок и появилась официальная семья. Когда у человека рождается ребенок, его жизнь уже тебе не принадлежит. И я стирал пеленки в ванной комнате, потому что не было денег даже на покупку стиральной машинки. И я пытался выживать. Мне нечем было платить за квартиру, я понимал. Я нищий муж, нищий отец и нищий зять. Но я начал бороться и искать выход. И спасибо моему наставнику. Он сделал уникальный звонок. Он позвонил мне и сказал: Володя, есть компания восточная, движется с востока на запад. Приходи, разбирайся. Это уникальный бизнес. Я пришел разбираться, мало что понял. Я понял, что это мой шанс изменить качество своей жизни. И я начал этим заниматься. И есть великая китайская мудрость. Наставник открывает дверь. Входишь ты сам. Ты можешь зайти в этот бизнес, можешь нет. Это твой выбор. От каждого из нас зависит, будем мы здесь работать или нет. Потому что президент создал для нас условия. Компания, администрация оказывают нам поддержку. Наставники дают знания. Но мы должны не забывать себя за 5 минут прихода в эту компанию. Потому что эти 5 минут – это самая главная ценность, которая есть у нас. Потому что та цель, которая привела нас в этот бизнес, должна заставить нас летать в этом бизнесе и жить на полную катушку. Если птицы летят против ветра, если рыбы идут на нерест против течения, то почему человек должен жить как дерево? Он должен искать возможности для своего созидания и для того, чтобы создать благосостояние для своей семьи. Есть великая китайская мудрость. Чем ниже цена жизни, тем выше цена каждого дня. Это сказал великий китайский философ Лао Цзи. На планете Земля более 6 миллиардов человек. И нет ни одного человека одинаковых отпечатков пальцев, как у нас. Ни одного. А значит, мы идеальное произведение природы. И мы должны бросить вызов судьбе. Сказать «да» своему золоту. Сказать «да». И мы должны победить, потому что это наша задача. Когда мы рождаемся, получаем свидетельство о рождении, получаем паспорта, получаем диплом образования, это не гарант нашего успеха. Гарант нашего успеха, что мы находим компанию Тиньши. Мы находим наставника, мы начинаем работать. И тогда наша жизнь начинает меняться. И это самое главное, что есть у нас. Мы должны подарить своим детям богатых родителей. Мы должны подарить своим родителям богатых детей, вопреки и несмотря ни на что. Потому что будущее стоит того, чтобы родителям бороться. У меня не было денег даже на покупку сотового телефона.
Я стирал пеленки в ванной комнате. У меня не было денег на съем квартиры, но я боролся за свой успех, потому что моя жизнь уже принадлежала моим детям. И я начал работать. Я начал выполнять главную задачу в нашем бизнесе. Искать людей для своего успеха. Искать успешных людей для своего бизнеса. И подарить им новое качество жизни. Я начал это делать. И я делал это очень активно. Я вышел в мир. И я видел вокруг себя не людей, я видел только кружочки. Маленькие, большие кружочки. Разных возрастов, разных профессий. Это были учителя, офицеры запаса. Это были инженеры, это были врачи. Это были безработные, это были студенты, пенсионеры, беженцы из других стран. Я давал шанс каждому человеку. Потому что мы капитаны кораблей. Как президент мы подбираем на свой корабль заблудших, потерянных и потерявших веру в себя людей. Мы должны давать шанс любому человеку. Мы, как Всевышний, не должны оценивать людей. Мы должны давать шанс любому человеку. И этот шанс компании Тиджи. Бурные нам всем аплодисменты за это. Потому что мы получили право менять жизни других людей. И это миссия. Миссия, которую мы выполняем. И самое важное, не забывать себя за 5 минут прихода в компанию Тиджи. Это самое главное. Мы должны верить. Мы должны верить, что мы можем изменить эту жизнь. Потому что неуверенные люди надеются на удачу. А мы точно знаем, куда держим свой путь. Потому что мы пришли в Тиджи. Потому что на этой земле нет ни сильных, ни слабых. Все равны перед возможностями. Все. Президент отдал эту возможность. Мы должны побеждать. Мы должны бросить вызов судьбе. Сказать «да» своему золоту. Потому что это в наших силах. Помимо ценностей, которые дает компания личностного развития, помимо того, что мы пробираем брешь медвечины, мы получаем еще возможность, уникальную возможность путешествовать и видеть другие страны. За эти годы я побывал в огромном количестве стран. Мы со своей организацией, с командой, с компанией объехали практически всю Европу. Мы были во Франции, мы были в Голландии, в Бельгии, в Швейцарии, в Швеции. Мы были в Болгарии, в Англии. Мы были в Чехии, в Словакии. Мы были в огромном количестве стран. Мы были в Африке. У нас были обучения в ЮАР, у нас было обучение в Кении, у нас было обучение в Египте. Мы были в Юго-Восточной Азии, Таиланд, Сингапур, Малайзия, Китай. Мы были в Индонезии. Только за последние 1.5 года я со своей организацией, со своей семьей побывал на Кипре, на Канарах, на Кубе и на Сейшелах. И с командой «Золотых львов» мы были на каникулах на Хайнане, на Гавайских островах. В этом году в Южноафриканской республике, в следующем году мы будем в Японии. И только от нас с вами зависит, скажем ли мы «да» своему золоту и начнем ли мы делать свой успех. И я знаю точно, что человек не умирает в постели. Я знаю точно, что он не погибает в бою от ран. Я знаю точно, что он не оставляет эту жизнь на больничной койке. Он умирает в истории. И здесь и сейчас мы сегодня творим свою историю, свою и компанию Тиджи. И я абсолютно уверен, что все, что мы делаем, отзовется в вечности.